пошел. Всегда. С неба падает чистая вода, лужи под ногами разливаются. Никому осенний дождь не нравится. Осень, осень, полюбили бы как лето. Очень, очень, ждали бы осенних слез. Если б только с неба падали конфеты, если б ветер тучу сладкую принес. Небо хмурится, а мне приснился сон. Дождь на улице, но волшебный он. Травки, леденцы и под скамейками. Дождь в окно стучится карамельками. Осень, осень.
и прекрасным чудесным словом. И вот пришла, настала, давай же Лею повсещать со мной. Мадина? Где лето, дети? На ноте сигналь, лазит чернать, и сила жаль. Миша, Гоненко? Я возражена тоже, от него своей боли. Колоска слышу, поле пожу, плющую траву. Дева? Одолила гостя осенью зайных плодов, молося семи дождями, кузовком лесных грибов. Ирина? Мам, давай поставим тёшу здесь, я скатить не только. Я не скажу, что не спешу, осенью поставим тёшу. Thank you.
кто под зонтиком стоит, тот стихами говорит. Миша Петухов. Держи. Осень-осень золотая, да чего ты хороша, чего та лета, дичь или еще суха. Кваши рябини, кваши шада, пики, ау, калини, паша, ля, кута. Щедро осень нам подарит красоту рябинь дубов, и в лесу нас ожидает много ягод и грибов. Андрей. Осень-осень золотая, то скажите тебе не рад. Только осенью бывает разноцветный листопад. Пели вы и танцевали, меня дружно поздравляли. Но сейчас хочу я узнать, все ли в моем осеннем царстве в порядке. Есть у меня волшебная книга. Как страницу перевернем, так узнаем обо всем. Отгадайте мою загадку. Стоит в поле огородик и пугает воробьев. Знатное, благородное пугало огородное. Они уже отгадали, молодцы! Стоит на огороде, а где-то не похмелся, ни голода, ни зноя, ни варится. Я живу на огороде, хоть и безобидный вроде, тряпки ветошь надеваю, видом страшным всех пугаю. Ах ты, пугало огородное, как тебе не стыдно, на дачах, на садах, на огородах всех птиц разогнал, а сюда кого пришел гнать? Летом жарким я тружусь и трудом своим горжусь, как увижу птичью стаю, так лохмотьями махаю. Не махаю, а машу. По-русски говорить просим. В детский сад я не ходил, да и школу пропустил. Но работаю умело, меньше слов, побольше дела. Пугало, у тебя на огороде дыни растет? Нет. А ананасы? Нет. А бананы? Нет. А что у тебя растет? Зато у меня есть овощи. А вот какие, вы сейчас попробуйте отгадать. Где там моя пахнет? Там на грядке вырос куст. Слышно только хруст да хруст. Пщах, солянки, густо. Это же... капуста! О, какие молодцы! Сейчас посмотрим. Вот, правильно угадали. Ми и ля, фа и соль, музыкальная фасоль. Чем же я для песен плох? Тоже родственник? Горох! Горох! Молодцы! Сейчас проверим. Вот, молодцы! Сам как сринка, хвост крючком. Что за овощ? Кабачок. Ох, молодцы, кабачок, правильно. Вот горит костер наш ярко. Сядем рядом, очень жарко. А потух огонь немножко. Слазь печеная. Картошка. Картошка. О, какие молодцы, огородники. А у вас что растет на грядках? Расскажите. У меня. Что у вас растет? О, молодцы! Молодцы! А мне надо... А мне надо собрать урожай. И вызвать моих помощников, собрать бригаду. Поможете мне урожай собрать? Раз, два, три, беги! Давай, 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 давай! Thank you.
наших овощей приготовим вкусный борщ для всех наших гостей. Давайте? Да. Кастрюлю с водой ставим на огонь. Кастрюлю с водой ставим на огонь. Варим борщ, вкусный овощной. Варим борщ, вкусный овощной. Раз, картошка, варится. Лес осенний, золотой, и слетают отовсюду листья пестрой гурьбой. По лесу гулять пойдем и листочки соберем. Давайте поиграем в игру «Собери листочки». Есть у меня листочки зеленые, желтые и красные. Листочки мы разбросаем. Нужно мне 3 человека для игры. Да, Аня, Таня, Ирина. Выходим. Аня желтый обруч, Таня зеленый, Ирина красный. Нет. Готовы? Раз, два, три. Собрались. Спасибо вам большое. Еще?
Еще раз сыграем? Небо, древо, Артем. Давайте. Еще разочек. Ева желтый, Даниэла зеленый, Артем красный. Даниэла. Зеленый. Раз, два, три. Начинаем. Валежника, смотри-ка, это ягода. Нет, думайте. Словно мелкий виноград. Да, ягодка? Виноград. Брусника, ребят, это брусника. Смотрите, похоже на виноград? Да. Много ягод мы набрали, овощей насобирали. Можно зиму зимовать и запасы поедать. Давайте с вами узнаем, как готовятся звери лесные к зиме. Как-то раз осенним днем на лесной опушке собрались в один кружок разные зверюшки. Где мои зверюшки? Мишка. Собрались решить, кто лучше всех готов к зиме трескучей. Первая белка говорит. Я грибочков насушила, разных ягод набрала. И орешков припасла. Я без дела не сидела, утеплять тепло успела. И земля сменила мех, я готова лучше всех. В разговор вступил тут ежик. Яша, Паша и Белый тоже. Яблоки, грибы и груши. Будет что зимой покушать. Урожай? Урожай, Яша, Белый, лишь подушку наполняла. Я трудился не на кваш, подготовился и кваш. Мышка тоже пропищала. Взял мышка себя, веселятся в тазе, минутки, 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 минутки. Звери наши молодцы, все к зиме готовы. Собирайте свои корзиночки. А
нам с вами пора следующую страницу волшебной книги перевернуть. Но чтобы ее перевернуть, отгадайте мою загадку. Слушаем очень внимательно. Хмурая, мохнатая и водой богатая, нам ее не надо бить. Все равно есть слезы. Ну вы отгадали. Конечно, это туча. Я туча злая, грозовая, виселиться не люблю. Всех сейчас дождем холодным я сегодня оболью. Нет, не нужны нам ни дожди, ни тучи. Зачем ты нам праздник портишь? Как это не нужны дожди? Какая же это осень и без дождей? А я все плачу и плачу, лью на землю свои капельки, слезинки. И никто мне даже песенки не поет. Мы тебе споем. Мы про дождик песню знаем и тебе ее в подарок. Споем? Да. А нам с вами, ребята,
нужно и следующую страницу моей волшебной книги перевернуть. Перевернем? Да. Давайте. Стоит поле чудно. Аромат он, золотистый колос рос. Был он важный, был он знатный. Он нам, дети, хлеб принес. Пшеница. Конечно, это пшеница. Колос. Ведь не сразу стали зерна хлебом тем, что на столе люди долго и упорно потрудились на земле. Вначале хлеб посеяли зерном, потом ростки лелеем агроном. Затем взял колос в руки комбайнер, в ладонях его бережно потер. Узнав о том, что хлеб давно уж вызрел, он убирать его с комбайном в поле вышел. Потом муку смолол из зерна, и к пекарю отправилась она. А тот уж постараться смог, такие булки вкусные испек. Цени, люби и уважай того, кто сеял хлеб, растил и пек его. А сейчас, мои ребятки, все в кружок вставайте и для осени прекрасной каравайлы забивайте. На наш осенний праздник из неплимы каравай, вот такой вышины, вот такой вышины, вот такой вышины, вот такой вышины. Каравай, каравай, с нами осень поиграй. Я люблю, конечно, всех, но девчонок больше всех. Вы ко мне скорее идите и как ягодки спешите. Благодарю.
подарю. И за это вам подарки подарю. Груши вкусные, а то и воспитатели, чтобы руки угостились. Спасибо вам еще раз. Приглашаю на общую фотографию. Хотите со мной сфотографироваться? Oh.